Полный зал киноконцертного комплекса собрала финальная игра КВН 4-го словуческого сезона. Пожалуй, это был не самый лучший финал, но за счет ярких гостей зрители получили удовольствие. Чего только стоит Артем Домницкий, чемпион высшей юмористической лиги смеха этого года. Именно его появление в начале обеспечило первые бурные овации в зале. С Артемом мы знакомы давно, когда-то еще в первом словуческом сезоне он выступал стендапером под именем Тоби Альдервейрен. И тогда уже показал очень хороший уровень. А сейчас он чемпион вместе с командой ветерана космических войск. И, естественно, перед игрой мы немного пообщались. И сейчас даже такого ощущения нет, что мы чемпионы. Просто так получилось, и если людям это вкатило, значит, мы все сделали правильно. Вот людям это вкатило точно, а как вам удалось соединить ваш, скажем, стебный юмор, стендаповский юмор с работой народного артиста Украины Баклана? Со Станиславом Владимировичем наша команда сошлась прежде всего как с человеком, мы поняли друг друга как люди, и благодаря этому уже выросло сотрудничество хорошее на сцене. То есть он человек абсолютно без каких-либо рамок и ограничений, он на первой же репетиции сказал, что, ребят, я не буду делать только две вещи, которые оскорбляют людей там, национальности или физические их достоинства какие-то. Я эти вещи не делаю, к остальному я открыт. И он сам себе подписал такой приговор и подписался на эксперименты, в которых пришлось ему поучаствовать. И к чести и достоинству Станислава Владимировича скажу, что он их вынес очень круто. И этот опыт был крутым как для нас, так и для него. Я уверен, что ему тоже было в глубине души интересно быть таким. Он не единожды говорил, что его жена любит ходить на наши игры, потому что только там она может увидеть Стасика таким идиотом. Он легко согласился на роль на такой специфической ромашки? Да, он очень легко согласился, но нам не просто было доказать редакторам, что это сработает. То есть где-то примерно неделю этот номер находился в состоянии: ребята, это фигня, давайте его отложим, думайте другой танец. И уже дата поджимала, только тогда редакторы сказали: ну давайте, ребята, на свой страх и риск попробуйте. И когда они уже увидели это все на ногах, то редакторы сказали, что все-таки не зря мы рискнули, не зря мы это сделали. Сказал, что в следующий сезон мы не пойдем. Очень тяжело дается шутки и очень тяжело выдается. Это была шутка очередная или интрига? Вот сейчас наша команда находится на стадии, когда люди не понимают, действительно ли это все или что-то будет. Пусть пока эта интрига повисит. Мы точно не умерли, но на ближайший год, возможно, мы на паузе. Возможно. Не знаю, на самом деле. Может многое поменяться, но пока есть желание отдохнуть. Вчера сезон официально закончился. Мы буквально вчера отыграли Кубок президента Украины. И вот сегодня мы уже здесь. Публика в Славутичи, она максимально благодарна. Скажу, как человек, который играл много где, в Славутичи ты получаешь полный кайф, и люди здесь, они голодны к юмору, и я надеюсь, что команды сегодня кайфанут, и зритель кайфанет не меньше, чем команды. Начало вечера традиционное, выход команд, и тут первая неожиданность. Вместо 6 команд в финале участвуют только 3. Остальные, увы, не доехали. После команд публике представили жюри. Оно практически традиционно, но впервые в члену жюри попал мэр города Фомичев. Первой на финальную дорожку вышла киевская команда «Бульвар Торнадо». Откровенно говоря, не самая яркая команда в истории словуческого КВН и в предыдущих играх. Не стало исключением и это выступление. Им еще повезло, жюри оказалось доброе, оценка 3 была только 1. «Рука в синице» — команда, выступающая в нашей лиге достаточно давно, но, скажем так, смешных шуток не более 40% от общего материала. Итак, представьте, йогу во время медитации захотелось по-маленькому. Вместо бабушек у подъезда сидят дедушки. Проститутка. Проститутка. Точно? Да, точно проститутка. Девушка, а да. Вы проститутка? Ну да. Так это мы вас заказывали. А вот нижинская команда «Дуракам закон не писан» отличилась уже в первом конкурсе, вызвав бурю эмоций у зрителей. У каждого в детстве была такая история, когда вместо воды попробовал водку. Сынок, батя, буду
Тут нема. Так бежи. Виріс, чертяка. На конкурсі красоти міс Славутич 2020. Стоп. Це що таке? Ти куди виперлась? Я в тебе питаю, куди ти виперлась? Полторашка. Ти не проходиш до витрісу. Так я хочу. Нет. Да хочу. Нет. Ах так? Так а я шо? А ти будеш мій загадочно, спасибо. Смішною була і сценка із районної Нежинської больниці. Длинновата, правда, но смішна. І вони, звісно, сразу стали лідерами, отримавши одні п'ятерки. А в самом сложном конкурсе разминки, ответы на вопросы из зала, снова наиболее смешными были ответы у неженцев. Ну те, що рояль в нас є, я бачу. Але чого на ньому скатерть? А ви що, після ігри не на ньому накривати будете? И снова они в отличниках. По большому счету уже стало понятно, кто, в общем-то, и победит в этой игре. В третьем конкурсе, правда, рука в синице, спели песню про КВН, чем немного подняли свой рейтинг. Но не более. КВН требуют наши сердца. КВН требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших сердцах и в пульсации ВЭМ. КВН. Мы ждем КВН. Тем более, что неженцы показали в третьем конкурсе супер игру «Битва за хату» между двумя внуками. С лихим финалом. Супер раунд! Итак, вопрос. Як мене зовут? А что, бабушка, це не имя? Бабушка, це не имя. А як? Ну, може, Єва? Ні, Єва – це бабушка для нас усіх. Може, Тереза? Ні, то мать Тереза. Так а як? Я не знаю, чувак. Не знаю. Я просто тупо не знаю. Ну, все, це капець. Ага, не знаєте. Хрен вам, а не хату. Ще поживем. В общем, бабушка и внуки из Нежина и тут стали лучшими. Дуракам законе писать, Славутич, спасибо за сезон! Что же касается почетных гостей, то, понятно, их юмор, отредактирован телевизионными редакторами Лиги Смеха, не позволял опускаться ниже приличного юмора. А когда выходила на сцену Настя, зал просто хлопал от восторга лучшей актрисы Лиги Смеха этого года. Ей просто нужно было ходить туда, сюда, точнее, как она сама сказала, я так гуляю. Следующие ситуации случаются тогда, когда кто-то из семьи медленно, но уверенно теряет авторитет. Блин, батя, это ты? Прикинь, думал, мама пришла, елки-палки. Я не понял, ты что, куришь? А ну, куда ты? Что хочу, то и роблю. Мені взагалі-то 13 років, слухай. Ну то хоч в кімнаті не куримо. Слухай, вали на роботу, напевно. Де? Де? Не де, я на роботу говорю. Ну і піду. Чекай, куряга. Угу. На роботу! Мама? Так я не поняла, ти що куриш? Мама, я відвічаю, я капельку курю. Ну, так він капельку. Хай собі дитина курить. Твою махорку? Мою махорку! Селюк перший раз приїхав в Англію. Біг Бен! Сер? Ще зранку, дякую. На фіналі бурні овації і зал не відпускав мою провінцію з Вінниці минуту три як мінімум. Жюри традиционно поблагодарила участников финала. Дуже гарна гра, гідна фіналу. Я хочу привітатися зі своєю позашлюбною донею. Вона із команди Ніжин, я пам'ятаю.
Я думаю, що ваші оплески говорять про те, що сьогодні фінал вдався, так? Ну, пісню. До речі, я там п'ятірки всім поставив в кінці. Києву за кліп, який виграв на фестивалі, бо він того вартий. Скадовську за «Любов до Кавена» за пісню, вона була класна. Ну, а Нежин, тут все зрозуміло. Мэр, кроме того, пообещал Дамницкому славутическое гражданство. И дальше все по накатанной. Третье место у бульвара Торнадо. Втором рука в синице. А победителем суперкубки Славутича 2019 года стала нежинская команда «Дуракам закон не писан». Они молодцы. А в финале все решили, что и пятый сезон Лиги КВН Славутича будет проведен в 2020 году.